Друзья, всем привет! Недавно побывал на металлоприемке и наткнулся там на несколько таких ярких экземпляров в виде баллонов от, предположительно, я думаю, Фреона. Ну и, конечно же, не смог пройти его мимо и приобрел, можно сказать, на развес по цене как за килограмм черного металла. Баллон – вещь, конечно же, на первый взгляд не супер какая важная, но стоит, как говорится, приложить руку и немного свободного времени, и из этого может получиться очень даже полезное и даже незаменимое приспособление. Надеюсь, вам понравится данная идея. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Ну что ж, самоделка наша полностью готова. Заправлять будем обычным нашим песком, заранее просушенным и просеянным через сито.
И работать будем пока что от моего самодельного небольшого компрессора. В идеале, конечно, для работ с пескоструем в будущем я планирую приобрести какой-нибудь большой мощный компрессор. Правда, честно признаться, я совершенно не имею представления, какой мощности он должен быть для таких видов эксплуатации. Кто знает, пожалуйста, посоветуйте, буду благодарен. Ну а пока что помучаем, а заодно и проверим, на что способен мой самодельный компрессор. Думаю, для тестирования его должно хватить. Ну что ж, друзья, как видите, самоделка вполне рабочая. Лично я очень даже впечатлен ее работой. Даже от такого слабенького компрессора, как этот, можно производить работы по зачистке каких-то небольших деталей, от краски или от еще чего угодно. Ну а если подключить его к более мощному компрессору, то можно смело идти на серьезные объекты. Надеюсь, вам понравилась данная идея и кому-то будет полезно. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Пока.